Проверяем схему вечный фонарик. Значит, вот этот вот, это просто обычная батарейка 3-вольтовая. Значит, называется она SR2032. 3-вольтовая. Значит, вот это эталон. Здесь обычная батарейка здесь и светодиод. Вот так он работает. Вот здесь прикреплен обратный диод, то есть на схеме он выглядит вот так. Это светодиод, 3-вольтовая батарейка, вот у нас схема. Значит, светодиоды я померил, выпаяны они все из белой гирлянды. Значит, потребление светодиода 6 мА. Я замерил. Здесь вот такой вот диод. У него сопротивление очень большое. Я померил. Потом высокочастотный я взял вот такой. Вот здесь я взял один диод, но здесь прикрепил я две батарейки, то есть суммарно 6 вольт и два последовательно соединенных диода. Ну, такой вариант. И взял на сегодняшний день очень крутой диод. Вот тоже на одной батарейке. Значит, номиналы его... Сейчас посмотрим. S60SC4M, это очень крутой диод. Вот сейчас уже прошло, я секундомер включил, прошло уже 11 часов 36 минут. Ну вот, будем дальше смотреть. Ссылку снизу под видео я выложу, откуда это чудо пришло, потому что либо это фейк, либо это работающий экземпляр. По предположительным данным, что отсюда плюсовой заряд выходит, побежал через диод, и здесь он частично возвращается в минус и частично возвращается обратно через диод и возвращается обратно. Получается некий замкнутый контур, якобы. Так это или не так, ну вот это мы выясним. Вот это вот без диода, вот посмотрим, сколько он проработает и сколько проработают с разными диодами. Вот это мы выясним. Эксперимент, я так понимаю, будет очень долгий. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, как говорят другие.